Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по встроенному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать хорошего настроения и, конечно же, легкого встроенного дня. А чтобы настроение было хорошим, с утра постарайтесь приклеить к себе улыбку. Ну, если не на лице, прям так реально. Потому что, боюсь, многие прохожие подумают, что вы ку-ку. Достаточно улыбаться в душе. А если вы остались наедине, можно достать зеркальце, посмотреть на него, себе улыбнуться, и настроение повысится. Это проверено уже многими-многими. Так, ну фишечка дня у нас сегодня не улыбка, а немного другая. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Это у нас весы кухонные, если кто не угадал. Скажу сразу, я вас не призываю взвешивать все, что вы едите с утра до вечера. Я сама делаю это только во время каких-то тренингов реалити, которые провожу, чтобы показать, сколько в реале я съедаю. Обычно я ориентируюсь просто на глаз, и уже потому что давно знаю, что примерно сколько весит и какая калорийность. Опять-таки я ее не считаю, но знаю, какой продукт можно съесть 200 грамм, который больше 20 не стоит. Вы же понимаете, что 200 граммов салата – это совсем не то, что 200 граммов зефира, правильно? Это нужно иметь в виду и не ориентироваться в своем питании только на вес продукта. Главное для нас – это все-таки калорийность, баланс и регулярность. Золотая троица. Ну вот весы, причем именно такие, которые без чаши, сейчас еще раз покажу, они очень удобны, потому что не нужно пачкать лишнюю посуду. В какой посуде вы готовите, например, по рецепту вам что-то нужно отмерить, прямо в ту посуду и добавляете. Очень удобно. Пользуйтесь на здоровье. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Оставайтесь на связи и обязательно присоединяйтесь к репетиции новогоднего переполоха. Будет круто. Всего вам доброго. Пока.